В славном городе Вальтерра легко уживаются мифы о средневековых ведьмах, папах римских, святых, о древних этрусках и о их магии, о их волшебстве. По соседству с мифами и легендами живут здесь и простые люди, и ремесленники, которые в бронзе и в алебастре исполняют свои увертюры. Не только этрусские и греческие, но и современные. В этом городе, в церкви святого Франциска, уже древние мастера средневековья исполнили фрески, посвященные историям истинного креста. Но сюда не плывут пароходы, не спешат самолеты, не едут автобусы. Может, потому, что есть другой город, другая церковь, куда стремится каждый культурный паломник, чтобы прикоснуться к прекрасному.